Илья Фуфырин, большое спасибо за донат с текстом «Вятский ширпотреб». И тут действительно ширпотреб. Давайте послушаем, насколько группа оправдывает свое название. Или что это, музыкальный проект. Ля! Ну, начало уже, конечно, эпичное. То есть горящий красный крест. Нет, крест, горящий таким красным розовым огнем. В принципе... Окей, да, я готов даже смириться с тем, что он уже 20 секунд. То есть это настолько эпично выглядит, что... Потом даже есть смысл. Как целлофан какой-то сняла с себя пленку. Вряд ли смогу передать вам словами свое удивление. Со мной случилось то, что обычно называют неземное везение. Я зашел в квартиру, привычно бросив взгляд на диван. Обнаружил на нем шикарную девушку, и это был не обман. Сначала я испугался, хотел попросить ее выйти, но смутился и зачем-то сказал: «Здравствуйте, Дмитрий». Как она сюда попала? Через какие пролезла щели? Квартира была заперта, как она просочилась сквозь двери? Она так улыбнулась в ответ, будто давно знает меня. Элегантно встала, глядя в мои заинтригованные глаза. Что-то она не улыбнулась. Палец к моим губам и нежно прошептала на ухо: «Я знаю, как тебя зовут». С этого момента ни звука. Она взяла... Нежно прошептала на ухо: «Я знаю, как тебя зовут, ты меня снял, я твоя шлюха». Меня за руку повела на кухню. Или нет, я знаю, и она, короче, склонилась передо мной и нежно прошептала мне на ухо: «Я знаю, как тебя зовут, Илюха». Ладно. Через комнату, где нас ждал шикарный ужин на двоих. И будьте прокляты, все мои одинокие дни, проведенные в этой коробке. Если это сон, не давайте звенеть. На сокол на полу, спасибо большое за донат, принято, посмотрим, да. Прошу вас. Хочу, чтобы... Так, а что за лаги? Осталась здесь навсегда, как будто прочитав мои мысли, она Блять, ну это явно не видос такой, я не верю, что они такой видос сделали. Это у меня почему-то лагалище позорно. Прочитав мои мысли, она сказала: «Никогда. Послушай, я никогда и никуда не уйду. Ведь заметь, на самом деле я всегда была с тобой. Кстати, мое имя — Смерть». А-а-а. Прикол. Неждан. Ну, это, кстати, очень здорово, между прочим. Тут пока что вообще все очень здорово. И история, и клип интересно выглядит, хотя вроде, ну, типа, челы не какие-то популярные. И рыбчага, при этом необычный рыбчага. Я выронил вилку и поперхнулся закуской. Похоже, вечер с красоткой становился не смешной шуткой. Я всегда представлял, что вы придете в мои 60, пока за стаканом воды отлучится один из заботливых внучат. Только не говори, что представлял Палахонию из косой. Дорогой мой, объясню, я всегда была и буду с тобой. Я иду с тобой под руку каждое утро на остановку. Помнишь, вчера мы с тобой в раздевалке полчаса выбирали кофту? Вместе с тобой ставлю на календаре крестики до зарплаты. Вместе разглядываю, на одном ли уровне джинсы закатаны. Вместе с тобой беру больничный, когда ты простужен. И да, вместе с тобой смотрю фильмы для взрослых, не стесняйся мужа. Бля, какая смерть. Я писал, что я приду в трагическом конце. В виде сердечного приступа вылечу из пистолета в свинце. Я не прихожу однажды, я всегда рядом, как первая любовь. Но и пропитались все твои будние дни, дорогой. И вновь я повторюсь, я всегда была с тобой, но ты не замечал меня. Теперь любуйся, я предстала перед тобой, ничего не тая. Этот ужин лишь ритуал для привлечения внимания, ведь я всегда была с тобой, помнишь? Мое имя — Смерть. Она очень много раз повторила, что она всегда была с ним, но что-то не ну, развитие этой истории какое-то будет, то есть что имелось в виду? Вообще, ну, чел сдох, мы поняли. Песня называется «Смерть». Наверное, кровосток какой-то. Не знаю, может. Ну, она прикольна в любом случае, как минимум. Так, все промоталось назад, и что?
И вот я проснулся. В штанах моих полная куча говна. Оказалось, что я не умер, просто мне приснилась хуйня. Но с тех пор я через дорогу, блядь, перехожу аккуратно. Потому что не хочу вернуться во всю эту хуйню обратно. Примерно такое, наверное, должно было там произойти, но нет, не произошло. Так, подожди. Director of photography Roman Loginovsky, cast Dmitry Grubankin, Maria Naimushina, makeup and hair Anastasia Loginovskaya, wardrobe stylist Julius Goda, stylist assistant Anna Koshurnikova, choreographer Elena Yandulova, production assistants Igor Sergeyev, Ilya Izmestiv, Kirill Suvorov, Masha Mezrina, X 1080 Kirov 2020. Ну, нахуя на английском-то, блядь, типа... На песню с релиза в коробке. Не, на самом деле прикольно. Мне кажется, здорово. Вот. Только жалко, что как будто развитие, ну, какая-то, как будто, не знаю, история прикольная повествовалась, но какой-то сути, что ли, она все не пришло в конце. Вот это немножко печальствует. А так балдежно, круто. Внезапно. Вятка порадовала.